Послушай, до припева включительно, пожалуйста. Есть ли там, по-твоему, атмосфера мистики или это опять бодрый марш? Я посмотрю. Спасибо, Знаточ. Не, мистики пока вообще никакой нет. Вообще. Это прям, да, бодрые знаменосцы несут скорее там наши флаги. Мы отправляемся на захват замка Рёпинкрак. И сегодня старый гном Пыцелю с нами идет. Блин, ну какой же Мейден говно, я все равно не перестаю поражаться людям, которые говорят, типа, там, что Ария, там, жалко, пирка Мейден, ну как же, ну Ария же, ну нереально круче, ну и Кипеловская, имею в виду. Всегда, когда говорю слово Ария, имею в виду только Кипеловская, потому что потом пошло это рожно, естественно. Ну как вот это вот, ну как вот, если брать все эти альбомы культовые, «Игра с огнем», «Кровь за кровь», и «Ночь короче дня», «Герой асфальта», ну там нет такого говна, ну не, там есть проходные песни, но такого говна там нету. Где мелодия, сука, где? Что это за говно? Что это за давка? Что это? Да, ведь викинги бравы идут скорее, знамена несут. То есть, ну просто хуйня, просто хуйня. Любую просто включаю, даже ну такую не самую известную песню Арии, например. Сейчас. Сейчас будет такой просто разрыв. Даже эта часть уже прикольная. Все записано намного ровнее, намного четче сыграть. Просто разрыв. И он там сбоку все, что было, сразу приходит. Это вообще просто. Боль в душе, словно смерть близка. Один лишь шаг сможет... И прям открытый этот шаг. То есть вот там вот реально какой-то был бы сейчас у Диккенсона. Один лишь шаг может все решить. Какой-то вот бла-бла-бла-бла-бла. Тут давка ссаная. А здесь все настолько прав. Просто пиздец. И припев сейчас. А соло? То есть все гениально. Соло. Слайдыч.
То есть, ну, настолько они просто уничтожают Maiden. Просто по всем параметрам. Вот что ни возьми, полное уничтожение Maiden. Просто в труху, в такую, что именно, ну просто пиздец. Поэтому... Не, это Маврин. Это Маврин. Вокал просто крут. Просто разрыв. Кипелов именно просто... Настолько именно топчет Диккенсон. Ну, просто ну, ария фирмова вообще, конечно. То есть, это, ну, как вот можно, сука, я поражаюсь все время, какую-то хуйню когда-то, Maiden, ну, как можно самую кривую давку, вонючую, бездарную, где нет ни одного нормального мелодии вокаля, ничего, просто... Под кривые вонючие гитары убогие, ни единого нормального солика, ни одной нормальной идеи, просто труха сраная. И просто ария, настолько, я не знаю, как они это сделали, но просто нереально крутейшие эти вот хиты. Потом пошел полный просёр, да, то, что сейчас происходит. Но вот эти вот бомбические альбомы, да, вот эти все треки, открываешь, просто охереваешь, там все, что было, кровь за кровь, игра с огнем, герой асфальта, улица роз. Просто невероятные какие-то хиты, сумасшедшие хиты. И вот какую-то дресню типа Maiden сравнивать. Куда вообще, что за бред? Iron Maiden, блядь. Ой, боже мой.